Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5, урок 13. Составим выражение по заданным условиям. В книге 56 страниц. Коля читал каждый день по 7 страниц. За сколько дней он прочитал эту книгу? 56 разделим на 7. Ответ. 8 дней читал Коля книгу. Задача Б. В первой книге 8 страниц. Это в 3 раза меньше, чем во второй. Задача представлена в косвенной форме. Поэтому мы можем сделать вывод, что во второй книге страниц в 3 раза больше. Если в первой 8, и это меньше, чем во второй, значит во второй не меньше, а больше. Для этого мы 8 умножаем на 3. Получается 24 страницы во второй книге. Задача В. В одной книге 8 страниц, а в другой в 4 раза больше. Сколько страниц в двух книгах? Мы к 8 страницам первой книги прибавляем 8, умноженное на 4, равное 32. Столько страниц во второй книге. И получается, что в двух книгах у нас 40 страниц. Задача Г. В одной книге 40 страниц, а в другой в 5 раз меньше. Значит, мы 40 делим на 5. Получается 8. Чтобы узнать, сколько страниц в двух книгах, нужно к 40 страницам первой книги прибавить 8 страниц второй книги, и мы получим 48 страниц в двух книгах. Задача Д. В первой книге 48 страниц, а во второй 6 раз меньше. То есть 48 деленное на 6. Чтобы узнать, насколько страниц в первой книге больше, чем во второй, мы должны от количества страниц первой книги, а их 48, отнять 8, столько страниц во второй книге, и мы узнаем, что разница 40 страниц. Настолько страниц в первой книге больше, чем во второй. У вас возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.